Ты чё одел, братан? Видишь, колынка! Мега импреза против злого комара. Перестасил. Это был огонь старт. Нет, уже сабвуфер стоит. Короче, машина подготовлена для гонок. Давай, давай, поехали. Ничего себе экстрейл. Не сюда налево. Подождите, ладно. Я думал, он так что... Сёма. Ну что это такое, Лех, а? Сколько раз тебе говорить? У тебя сколько сейчас сил? 280 плюс. Сейчас заедем на пол колясика до бара. Слышу, у меня не настроено просто. Хонды могут? Хонды жарят ее. Не могут, Хонды не могут. Надо уверовать в автек. Молодец! То есть на 0,8 вторая у тебя была, да? 0,6,07. А у меня на бар всего. И ты меня обогнал на своем 0,6,07. У тебя турбина какая? Это 0,5. Тяжелый. Надо разгружать. Колеса большие. И задраты, но. Надо слить их. Показываю. Канистр с водой. Два баллона фреона. Смотри сюда. Весь багажник барахла. Все, весь багажник барахла. Еще баллон фреона. Еще канистра воды. Еще ключи. Вот тут ящик с ключами. Смотри. Туда. Сабвуфер. Тут килограмм до хера. У меня тоже сабвуфер стоит. Короче, машина подготовлена для гонок, ребят. Ну и фишку, это я за стартом закинул. Да я сломаю. Давай, давай, поехали. Ладно, пропусти, пропусти. Так, ладно, я приступаю к съемкам. Понял, что моя машина еще не готова. Слишком много говна в ней лежит. Сантик. Кофе сюда приехала. Участвовать? Да. Сколько сил? 500. 500? Да, 500. Кофе на 500. Тут так тихо потихоньку дяденька на велосипеде проехал. Я за Мерин. Я за Ниссан. Ровно идут, ровно вообще. Мерин чуть-чуть уходит. Нет, вот сейчас ровно идут. Непонятно. Ниссан, по-моему. Сейчас догонит.
280, я думаю, есть. Больше. Он веселее. Он не так настроен сейчас. Комарик пока развернется как раз. Эта фара по-любому лучше всех светит. Да? Да, она вообще охуенная. Тяжко, даже не пробуксовывает. Экстрел хорошо едет, смотрите. Что это за экстрел такой? Жигулевскую верную поставил? Да, две штуки. Не, импреза огонь, вообще огонь импреза. С карбоновым капотом. А, воды нет уже. Вода кончилась. Насос стандартный, который на заднее стекло идет. 15 минут, и он у меня сгорел, этот насос. То есть надолго не включай, он греется сильно. Так а он, блядь, бачок быстро нахуй уходит. Нет. Этот вообще бачок с этого, со старого гэшного мотора, да? Мне вот эти нравятся, как у него сделаны направляшки, крепления. Вот так это он, вот. Ты делал, да? Ниссан, ты смотри, держится, а. Не, ну у него турбинка-то тоже не слабая. Не слабая здесь. Смотри, там забрызгает. Давай. А ты в тот бачок не вот. Наверное. Ёбаный вот. Не сюда налил. Что, давай заедем? Подожди, там надо. Да что, давай заедем? А ты же поедешь? Комара хорошо пошел у тебя вообще потом со второй половины. А я зацепился. Мне друг звонит я. Алло, голову поднимаю, просто флажки, я, блядь. Запрещено за рулем телефоном пользоваться. Мой косяк, да. Ни хрена они поливают у тебя здесь. Они весь мотор у тебя поливают. Да не, редко же езжу, я уже забыл. Не, ну удивил, ладно. Меня обогнал, молодец. Так надо достроить это. Смотри-ка. Вот корпус только, вот оврага. Два корпуса. Зверюга. Это что за гонка? У тебя сколько сил? Ну и считал. Секретная технология какая-то у меня. Мотор стоит, наверное, от GTO 3000 VR4. Да это же Кольт, они могут туда, могут впендюрить. Чуть не взорвалась семёра. Семёрка, восьмёра. А что тянуть? Обзор так обзор. Людям интересно же, что там у тебя вообще. Почему оно так едет хорошо? Строили её в Новосибирске долго. Новосибирцы строили? А, ну понятно все. Раз новосибирцы строили, значит она и едет. 255-й низ, 207-й вверх. Косарь, форсунки. А, у тебя тоже тысячные форсунки? Да. Ну вот, понятно. ТД-05 турбина. Они самые большие, сколько сил дают ТД-05? Под 400, да? Здесь, ну, как, блядь, видишь, в стоке на стоковой прошивке я еду. 0.6-0.7, ну, там 280 типа сил, да, вроде. Но она едет. На боевом режиме 1.1. Воду давай! Сейчас. Воду! Ни хрена себе восьмерка дает! На корпус всего встает! Так, девушка вот хотела же на Мерсе поехать, да? Вот она уже в Мерсе сидит. Погнали! Эй, туарек проспал старт, проспал сильно. Все, Мерс ушел. Продолжаем. Обратите внимание, зритель, на коллектор. Коллектор развернут. Здесь сразу идет труба у него с развернутого коллектора. Вот с такой вот помятой гофры. Блок стоит и уходит в большой или небольшой. Да нет, небольшой интеркулер. Вон он кончается.
А, ну вот это вот длинный, вот он у тебя, да? Но он у тебя вот такой примерно ширины, да? Вот такой. У меня 120. 120. Ну и все, собственно. Компрессора, кондиционера нету. Да, заправить опять не получается. Заправить не получается. Да. Приехал к Лехе, говорю, Леха, заправь кондиционера. А его, блядь, нету, оказывается. Вот так. Здесь защита стоит на масломагистралях, на шлангах. Большой 16-рядный маслокулер из АДЖС-а. Ой, нет, из этого, из Мэтфорса, да. Что интересно, у него стоковый фильтр, ребята, стоит. Самое главное. Да, и МАФ. Не МАФ, а МАФ. Тойота. Хотя вот... Чё? Тойотовский. Так у тебя же МАФ есть. На две прошивки. А у тебя одна на МАФе, вторая на МАФе, да? Офигеть, ты крут. Я такого еще не видел. Новосибирск. И большой-большой АДЖС-овский радиатор у него стоит. Такую рамку тут он сделал здесь. Бачок расширительный зачем-то прикрутил сюда. А, у тебя сюда он не влазит почему-то. А из-за того, что турбина развернута, турбина ТД-05 Кунигава. ТД-05 20Г, да? Угу. Ну как она ходит, кстати? Ну, масло подкидывает еще. То есть она, наверное, не так давно. А, ты брал, она уже. Да, была, да. Ну, турбинка подкидывает масло. Почему? По какой причине? Перегретая, скорее всего. Ну и крыльчатка уже болтается. Тем не менее, это она у тебя едет, машина, ну, хорошо. Пока еще едет. Распорочка стоит, и вот такую рамку сделали для того, чтобы здесь маслокулер закрепить. Ну это уже, ой, как говорится, молодцы. Красавчики. По моей рекомендации, блядь, он ездил без маслокулера вообще. Я его уговорил, он поставил. Очень красивая импреза с красивым обвесом. Смотрите, какая высота. Вообще туда воздух даже не задувается. Машина сделана как раз для ничего лишнего. И пустой, стопудово, еще, скорее всего, задних сидений нету. Ну, есть. Пойдем, я тебе все покажу. Веса в этой машине много. Сиденья есть, панели есть. Да. Боковины есть, музыка есть даже, ты смотри. Да, значит, и САП есть у тебя. Да. Сиденье на месте. Сиденье на месте, да. Одна лавка только, блядь, вешает 15 кг. А вот и такая же, кстати, как у меня. Ну, Саньковская, да. Ну и усилители, все. А что ты бачок этот не поставил, не повесил туда, который стишный? Так а у меня, видишь, он сразу был уже там. То есть мне не особо не надо было. О, головые линии. Ровно эту торик обгоняет. Вот. А он от тебя на сколько уехал? Он на кузов точно. Хорошо. На кузов точно ушел, да. Я еще с ним в третью не попал. Но... Бомба красава. Обогнала Мерса. На корпус примерно. Кофе вкусное, класс. Ценники вообще небольшие. Мерс, ну Туарек его догоняет. Последний заезд у нас. Мега импреза против злого комара. 400 сил. Эта импреза охеренно едет. В натуре. Еще раз. Он сказал, что Субара хорошая машина. Думал, что Субара отсосет. Нихера. Эта импреза едет огонь. Ее делали новосибирцы. Я сам даже офигел, что-то она уезжает и все. Я вроде газую, она уезжает. Сейчас, говорит, тебя накажу и домой. Он тоже не говорит, сколько у него силы, какой мотор вообще. Я не знаю. Чего у него там стоит? 4G63, да, у него? Турбовый? Нет, 613. А сколько сил примерно? 208 сток. У него? Ну, сток насчет стока неизвестно. А в стоке 280. 280 сил. Значит, у него побольше и вес у него, вес у него оленей. Вес у него, блядь, почти тонн вес. Поэтому за счет веса... За счет веса и полного привода, да? Он же полный привод. Да. У меня резина коленка,
Все, лысьен название. Ну, у тебя гоночный слик фактически. Коленка. А называется твоя резина? Прям, блядь. Смотри, сзади вообще ты, нет. Ты что одел, братан? А это, блин, такой автомат. Видишь, коленка. Гоночный триангл. Да. Нет, триангл хорошая резина, кто бы за нее еще не говорил. Гольф против. Полетели, ну комара его маленько догоняет, по-моему. Сука, это был огонь старт у них обоих. Ебануться, я не думал. Ты за кого болел? За комара, думаю. Вольтваген заряженный тоже был. Давай. Сейчас вернемся, пообщаемся. С гольфом. Сразу надо снимать. Охуеть. Видели, да? Не, было круто просто. У меня воды-то больше нет. Сейчас кольт зарубится с ним. Ты кольта объехал? С кольтом у нас другие состязания. Мы едем практически с ним одинаково. Короче, у тебя, по-моему, место под вентилятор есть еще. Можно вентилятор воткнуть туда, наверное. Ну, он прям здесь. Сколько в гольфе, извиняюсь? 340 у него? 340 у него, минимум. 400. 400 сил? Говорит, сейчас и посмотрим, блядь. У кого 400 лошадей? Забор воздуха. Я ехал на оффроуд программе до одного бара. У меня один на один надувало от силы. Такое чувство, как когда машина не едет, когда давишь, а тебя обходит другая. Будем достраиваться дальше, пока мажусь. Такой запах стоит здесь, блин, сгоревшего какого-то ракетного топлива. Парень плачет, он не хочет ехать с гольфом. Сейчас посмотрим, он сказал. В общем, смотрим, гольф 400 сил, с лаунч-контролем офигенным, легенький. Смотри, две тачки без номеров прям. Вообще четко. Тачки, ну, без номеров, красавчики. Гонка лишённая, он сам что-то, наверное, случилось у нее. А гольф уехал. Пайп слетел. Пайп слетел, ебаный. Так и что, не оденешь уже? Почему одеть-то? Можно, видишь. Я думал, он дай, что... Все, нахуй. Надо хам... Леха, у тебя с собой все есть, я знаю. Ну да. У меня набор есть, надо. Надо 10. Тащи, тащи, тащи. Сумма пролетела. Яга. Ураган, конечно. Привет. В общем, гольф у нас торопится. А тот пока еще пайп наладит. Интересный заезд у нас сорвался. Сколько она у тебя квотер едет? 12 ровно. 12 ровно? Не могу 12 разменять никак. Красавчик. Давай, удачи. У него и звук очень серьезный. Nissan тоже очень красивый. Прям вообще очень красивый. Три раза сказал. Богданов 55, Instagram. Там можете посмотреть все про него. Да, там можете посмотреть. Сколько сил? В районе 300. Какой объем? 3,5? Да. Это атмосферка, да? Да. А как делали вот это вот? Все спрашивают наверняка. Это гравировка, ручная работа. Это в Питере делали. Это выдавленный металл, родной что ли, или нет, наложенный? Нет, это покрыто слоем грунта, на нем выгравировано, поверх покрашено. Красиво, все охренеть вручную. Вообще, ну. Крылья вот с таким вылетом диким. Полка, ребята, можно чай пить на ней, смотрите. Можно поставить 40 стаканов. Subaru, как обычно, на ремонте. Вот так вот Олег проигрывает заезды, да, из-за одного маленького хомутика. Ты проиграл гольфу. Я не проиграл, я даже не поехал, но. Да ладно, я только тронулся и все.
И все, мам. Когда ты там не приехал первый, это ты проехал. Да нет, понятно. Едем, едем, сейчас. Нормальный пайпси не можешь сделать. Коротыш какой-то. А я когда его поднял, я верно почувствовал на трассе, что он у меня значительно хуже стал ехать. Так он же загулял по дороге, конечно. Под него задувает. А этот пиздюк ему пухи. Ну так. Купи-то нормально эти. Завтра MadForce будет работать, на. Купи прямо длинный себе, чтобы он, блядь, три раза сползал, вот, вот но там, не слетал. Да? Вот так, что ли? И на два хомута посади. Здесь два хомута и здесь два хомута. Ну что это такое, Олег? А? Сколько раз тебе говорить? У меня там палевный вот такой же синенький шланчик. Я его взял и черный покрасил. И красочкой черной покрасил. Ай, какие там палевые. Так ждали заезд с гольфом, Олег. Все зрители России. Я его сам хотел выебать. Он просто нахуй, ну дайте ему нахуй. Все, успокойся уже, все. Следующее выебать. Уже выхватил, да. Следующее воскресенье заедем обязательно. А у вас между собой ездили? Да. Ох, ёпты, как там дерево упало справа на обочине. Не, ну оно... Да ёпты, это что там такое? Два дерева. А чего у тебя так хорошо экстрейл едет? У тебя что там? Двигатель. Вон же открыто, посмотри. Пока. Я за тобой, за вами поеду. Ничего себе экстрейл какой, у него интеркулер здесь. Это что за мотор-то такой вообще? 280 PC написано еще. Это экстрейловский? Ниссановский? Ниссановский. Я офигею. Короче, у тебя 280. Короче, 280. Ехал 1.4 надул примерно, 1.3 уже на это, на городской программе. На городской получше едет, конечно, но я не рискую, не настроена машина. Он был уверен, что он успеет просто, да, и сбросил. А он просто на пролом ехал, блядь, на встречку и все. Что это вообще? Ну, как здесь, молодец. Есть.